выхода полчаса на работу. Губы снова красить неохота. Ну, макияж, глаз, лица, бровей все сделала. Губы как обычно. Не хочу. Они все равно все время стираются. Значит, прическу решила ободочек одеть, который купила. И пока еще волосы не грязные, пойти с распущенными волосами. В тех же штанах, в которых я была вчера от Faberlic. Коротких. Чтобы уж хотя бы 2 дня их поносить. А тут сразу в стирку бросать как-то не очень охота. Короче, сегодня очень пасмурно у нас. Ощущение, что холодно. Да нет, там не холодно. И там не холодно, я теперь думаю. Я же хотела кофту одеть или куртку. Ну, наверное, надо вечером, честно говоря, вчера было прохладно. В общем, сейчас подумаю. Так, у меня, да, 10 минут. Я на всякий случай взяла резинку, если волосы не будут мешать. Я еще ни разу вот так не работала. Ну, в принципе, от лица убрала. Думаю, не должно мешать. Те носки, которые я вам показывала, выглядят вот так. Я, честно говоря, думала, они немного пониже. Нет, так красиво. Но с этими штанами я сомневаюсь. Я один немножко вниз сделала, не знаю. Сейчас покажу. Не смотрите, там мусор. У меня сегодня очень много времени перед работой, потому что меня подвез сосед. Я вышла, и как раз спускается сосед, говорит, ты куда? Я говорю, я на работу. Ну, поехали. Довез меня там до другой остановки. Короче, я очень рано приехала. 45 минут до начала работы, и я сейчас пойду, пожалуй, фикс прайс. Мне, конечно, там ничего не надо сегодня, и у меня есть ключи от нашего магазина, но я все-таки зайду, это слишком рано, наверное. Может, что интересное найду, потому что я вчера-то очень быстро бегом прям бежала. Новый рабочий день, я как обычно. Сегодня я до обеда работаю, до 2 часов с одной заведующей из другого магазина. С 2 часов придет наша. Еще должен прийти Максим. Через полчаса, наверное. Как обычно. Мне Лена говорит, ну жалуйся на него, что он приходит позже. Я, блин, думаю, ну зачем позже? У человека тоже автобус. Я, как человек, у которого тоже автобус, я не буду на него жаловаться. Это всего лишь 30 минут. Чтобы ему меньше ставили часов рабочих, думаю, не. Ничего страшного. Полчасика. Тем более, сегодня вообще даже не одна. Надо мне рассказывать, что какие-то такие вопросы. Ой, девочки, сейчас так прокашлялась. Я тут набрызгалась дезодорантом, вот этим спреем. Я их не люблю из-за того, что они меня удушают. Вот. Очень не могу. Так, я сказала, да? Что утро следующего дня. Что я к вам вышла? Я на работу собираюсь. Я наконец-то я созрела к тому, чтобы достать вот этот крем, потому что серию куркума от Faberlic, крем для век, я его купила где-то полгода назад, где-то купила 3 крема от Faberlic, они все были недорогие, все в таком формате, получается зима, вот этот и ботаника 60+. Ну, зима, в принципе, раньше-то он мне нравился, вербена, да? Вербена зима, что ли? Вербена, да. Зимний вариант. Но в этом году, после тех кремов, которыми я пользуюсь уже, мне он уже не зашел. Так как ботанику я и так знаю, тоже, как бы, если ты не знаешь лучше, то они хорошие. А вот этот еще я не знаю.
Но отзывы также на него были замечательные, поэтому я его хотела на самом деле 2 года. Полгода назад купила, и вот, блин, спустя полгода только я его открываю. Потому что вообще на постоянной основе я сейчас использую соскрем, вот этот, который вы знаете. Но решила либо на утреннее, либо на вечернее применение все-таки пока ввести вот этот, чтобы посмотреть. Ну, скорость срок годности, если закончится, я даже не смотрела. Ну, чтобы вообще понимать. Я вообще-то сегодня очень опухшая, потому что вчера на ночь я поела... В общем, у меня была картошка вареная, соленая рыбка малосольная и корейскими салатами добила, которые тоже такие, знаете, после них очень хочется пить. Крем имеет достаточно такую, достаточно жидкую и легкую консистенцию. Сейчас опять, знаете, по первому ощущению может быть все хорошо, а потом оно может измениться. Так что пока просто начну пользоваться и... В результатах вам, ну, хотя бы когда половину, наверное, упаковки использую. Но пока ничего неприятного нет, пока приятный. Чувствуется, что там есть какая-то доля питания небольшая. Это меня радует. Чувствуется пока, что есть и увлажнение, и питание. А как будет дальше, посмотрим. В общем, я знала, что я буду хотеть пить, но мне так хотелось все это вчера съесть. Я была очень голодная. Я понимала, что ночью меня будет мучить жажда, я буду пить и проснусь с отеком. Меня мучила жажда. Я проснулась ночью от ужасной такой... от того, что я очень сильно хочу пить. Кстати, надо сделать вот такой массажик. Он помогает. Значит, пошла пить воду. Попила воды, чувствую, через 10 минут я еще сильно хочу пить. У нас есть квас, думаю, может быть, квас лучше утолит мою жажду. Квас действительно лучше утолил, и выпив еще стакан кваса, я легла спать в 3 часа ночи. Ой, ну, конечно, я проснулась вот такая вот. Так, вот такой легкий массаж. Здесь. Спустим, и когда лицо намажу кремом, по шее пройдусь массажерчиком. В общем, пока все. Я сейчас иду на работу, сейчас зайду на тротуар, остановлюсь и вам кое-что покажу. Показываю свои ноги, потому что это касается ног. Так, я уже почти пришла вот сюда. Смотрите, что хотела показать. Я сегодня вот... Нет, сейчас уже незаметно. Короче, вот у меня, видите, одна нога правая блестит. Это я. Так, как вчера показывала вам эти... Или позавчера, ну, неважно, вот эти стики, карандаши от натирания. И говорила, что у меня же тоже есть от Faberlic такой. И думаю, а что же я им не пользуюсь? Мне вот эти босоножки слегка натирают. И вот эта вот нога, я ее не намазала. И вы можете видеть, как немножечко вот эта вот широкая часть ушла вперед. Ну, вам особо незаметно, но я-то чувствую. И сейчас думаю, надо было обе намазать. А я намазала только правую, которая меня обычно натирает. И она с того места вообще проскользнула и даже вообще не касается теперь. Хорошо, потому что я все время пыталась сделать, чтобы было так, так не получалось. В конце лета, практически в конце июля, ну еще целый август, буду пользоваться, вот сама себе даже напоминаю о некоторых вещах. Я сегодня слегка так по-осеннему, у меня штаны вельветовые. Сейчас попробую камеру переключить на другую. Не знаю, будет ли так лучше видно меня. Рубашку надела с длинным рукавом. В принципе, мне сейчас не жарко, а вечера уже такие прохладные становятся. Поэтому либо куртку какую-нибудь джинсовую, либо ветровку нужно. Но вчера вот я ходила в джинсовой куртке, я ее то снимала, то надевала. Это не очень удобно. Поэтому я решила надеть рубашку с длинным рукавом. Помните, я в ней работала в супермаге. И вот эти штаны, я их редко надеваю, но сегодня как-то решила в них. Надеюсь, я не очень трясу камеру. Вот. Вчера хотела тоже... Выбирала себе опять носков. У нас все длится акция 3+1. То есть 4 пары выбираешь носочков, и одни тебе идут бесплатно. 3 платишь за 3. Опять навыбирала носков, положила себе, отложила антисептические салфетки и стельки. Думаю, в кроссовках поменяю. Потому что я на самом деле привыкла, вот то, что я хочу, я покупаю, да? У нас не так как бы много денег, но я обычно покупаю себе все, что захочу из таких мелочей.
Ну и вот вчера отложила, а потом думаю, блин, что-то я же в этот раз пошла работать, чтобы у меня деньги, ну как бы семью кормить, зарабатывать, да, не все на себя тратить. Раз такая носки убрала, потому что носки, по идее, у меня еще есть. Сейчас телефон в другую руку надо. Потому что носки еще не закончились. Потом салфетки антисептические убрала. Думаю, ладно, надо экономить. Потом убрала стельки. Думаю, ладно, потом поменяю. Еще хотела взять очиститель для белого. Тоже убрала. В итоге пошла домой, когда здесь уже иду и понимаю, что мне нужны антисептические салфетки. Они мне действительно нужны. Смотрю на свои белые кроссовки, понимаю, что очиститель нужен и моим кроссовкам, и Артёминым. Потому что они уже выглядят не очень. И стельки бы тоже хотелось поменять. Потому что их нужно менять периодически. Но, с другой стороны, хорошо, что я это все отложила, потом я это все обдумала. То есть моя покупка, видимо, сегодняшняя просто будет обдуманной. Ну и носков будет меньше. Как-то так. Мне становится жарко, кстати. Что я еще бегу. Зачем я бегу? Бежать вообще не нужно. Нужно снизить темп. Я просто по привычке. Вот, я такая опухшая и осталась. Я сегодня себе напоминаю Донателлу Версач. Я не считаю ее, кстати, страшной. Она мне нравится. Но вот как стереотип, да? Что все перекачанное. У меня кроме губ сегодня, у меня ощущение, что все лицо перекачано. И поэтому вообще, даже когда я не опухшая, а мне пишут, типа, у вас все лицо обколото, я с одной стороны их понимаю, потому что у меня не обколото лицо, но то ли у меня такой тип лица, я иногда на себя смотрю, на свои фото, иногда, не всегда, еще при определенном макияже, есть такое ощущение, что я что-то себе еще колола. Когда-то я колола, сейчас у меня кроме губ ничего нет. Вот. Но ощущение такое есть. А сегодня оно усиленное. Вот. Губы я, как обычно, не накрасила. Даже блеском уже не хочу, я не знаю. Блеска гигиеническая помада хватит. А глаза у меня ярко. Накрашены так, что мне аж не нравится так ярко красить глаза. В общем, все, рука устала. Встретимся на работе. А вот, кстати, то место, где обычно натирает. Я здесь и намазала, но сейчас иду, и вот эта штучка, она даже туда не доходит. А вот здесь обычно у меня мозоль. Зашла в Фикс Прайс, купила вот эти бананы сушеные. Ой, они в шоколаде, жалко. Тогда надо было манго брать. Короче, я очень люблю сушеные бананы, но не в шоколаде. А так как я вчера вечером очень плотно поела, то утром мне уже не очень хотелось. И я на завтрак съела только одно яйцо. И уже голодная. Надо перекусить. Девочки, я сегодня опустилась во все тяжкие, потому что я... видите, какие носки надела. Решила попробовать. Конечно, так мне не очень нравится. Наверное, делать так я больше не буду. Но сегодня я буду ходить так. Вот как-то так. Видите, как у меня ярко глаза накрашены. Музыка как раз кстати, да? Я все-таки взяла себе вот такие носочки полу. Потому что тех, которые были сегодня на мне, мне неудобно. Они пятка скользит, ну, сваливается с меня. Ладно. В общем-то, все, что я вчера запланировала, только в меньшем количестве носков я себе возьму. Так все-таки поприличнее. Мне бы, конечно, понравилось, если бы они длиннее были вот до сюда. Чтобы было не видно, что это следочки как-то. Ну ладно. Все-таки задаюсь поиском сумки для себя. Потому что у меня слишком большая моя сумка черная, которая зимняя. Все-таки слишком большая. Неудобно просто по габаритам. А надо какую-то черную. В общем, вот такой вариант рассматриваю. Маловато, конечно же, она. Вот. Сюда не все, наверное, влезет. Но мне нравится, что она тканевая. Минус еще в том, что ручки, наверное, такие не носят зимой, да?
контейнер с едой занимает половину, косметичка занимает половину, ну и бутылка с водой влезет. То есть минимальная, наверное, влезет, но она будет полностью забита. Как раз примерно она будет выглядеть вот так, только тяжелая. И сейчас еще одну попозже. Чувствую усталость уже, если честно. 2 часа осталось работать. Хочется уже побыстрее закончить. 6 часов время до 8. Давайте немножечко поболтаем. Сегодня мне, конечно, хочется сейчас быть умытой, помытой и уснутой, как я люблю говорить. Ну, потому что вот это именно такое словосочетание, предложение, которое совершенно точно характеризует состояние. Вот сейчас даже говорить языком шевелить, нет? Я думаю, вам многим это состояние знакомо. Таня писала, не моя сестра, а подписчица. Девочка, что знакома, конечно. Сегодня, кстати, вот почему хотела с вами поговорить. Сегодня с девочкой на работе разговаривали, с Леной, коллега по работе. Она мне говорит, то есть она, я работаю практически там 2 через 2, ну там с небольшими вариациями, да, то есть, ну, стараюсь не сильно, да, уставать. В этот раз я просто очень уставшая, только потому что я не спала, ну, не высыпалась 2 выходных, которые у меня были перед этими 3 рабочими днями, только поэтому. Так, в принципе, 2-3 дня можно, ну, я могу нормально перенести, если я высыпалась и отдыхала. Ну, как мы все знаем, это нам не всегда удается, в общем. А Лена работает, 5 дней работает, 2 дня отдыхает. А тут у нее там какие-то дела были, что она 1 день только отдыхала, но, естественно, женщина не может отдохнуть за 1 день, потому что она делает все домашние дела. Если она хотя бы выспится, это уже хорошо, но я не знаю, по-моему, она ничего не выспалась. В общем, что она мне сегодня рассказывала, что она, когда просыпается утром, ей нужно много времени, чтобы прийти в себя. И она говорит, я хожу, вот так у меня, ну, она как раз волосы вот такие лохматые, как у ведьмы, ее из стороны в сторону шатает. И она, как она выразилась, да, что она воет, она выразилась, и говорит, и вою. То есть она идет вот так вот. А я ее понимаю, вот девочки напишут, это, ну, это не какая-то выдуманная ситуация, это не какая-то, ну, такая странная ситуация, это вот человек просто устал. У меня такое бывает, но в гораздо меньшей степени. У меня это когда вот я так сильно устану, и я, например, я извиняюсь за выражение, за то, что я сейчас, ну, такие опять слова какие-то буду, я много пью, и вечером я часто бегаю в туалет ночью. Прям, ну, я несколько раз за ночь встаю. И вот когда в таком состоянии я ложусь спать и ночью несколько раз встаю в туалет, либо когда я, допустим, болею и ночью встаю в туалет, я иду, но я не вою, как она, но у меня стоны вырываются непроизвольно. То есть я иду, да, тоже вот так вот меня шатает, и я стону. Стоны у меня происходят. Вот, поэтому я ее прекрасно поняла. Ну, то есть это до такой степени просто человек устал. Вот напишите, девочки, у кого такое бывает от усталости. Кто вот так ходит, стонет, воет. Стонете или воете? Напишите. Может, так и назовем влог. Стонешь или воешь? Или быть помытой и уснутой. Ну, в общем, что-нибудь из этого название сделаем. Вот. Вообще, в общем, сейчас я буду умываться. Ну, правда, было бы такой раз, такая ты помытая, уснутая, ты просто уже... Потому что вот ванна, она тоже так занимает много времени. Я надеюсь, что я пока с вами разговариваю, нам еще воду не отключили, и я успею помыться. Но это, видите, я сегодня такая, типа, завтра все равно. Выходной, у меня 2 выходных впереди. Мы будем завтра с вами чистить кроссовки. Я купила пеноочиститель для белого. Будем с вами экспериментировать, смотреть, как она работает. А то я всем ее расхваливаю, еще сама не пробовала. Так что давайте, пошла я умываться. Мур, ешь.
Наелась. У нас прошел дождь, поэтому Нюша не пошла утром на улицу. Так, девочки, что хотела показать? Здесь Мурка у меня отдыхает. Здесь я сняла, зашла сегодня с утра, чтобы уже в светлом состоянии на балкон. Тихо, не лезь, не лезь к ней. Нельзя. Да отойди ты от нее, коза. Мурочку мою обижаешь, мою маленькую. Мою кошечку старенькую не надо обижать. Мурочка хорошая. Вот здесь посиди, пока эта дурочка там. Короче, Гриша, здравствуй. В светлом днем посмотрела, что у меня. Вот что за 3 дня все попортилось уже. Несмотря на то, что я немножечко закрывала, но здесь были еще белые цветы у меня, кто помнит. Они все почернели, они все сгорели. Видимо, вот отсюда сверху. Ну, когда вечером уже, но все равно видно было слишком много солнечных лучей. И как раз попали на эти белые цветы, и они все почернели. Я их отрезала. Тут еще надо будет некоторые листья отрезать. Вот это денежное дерево немножко тоже посветлели. Короче, опять же подпортились. В общем, я так поняла, что нужно штору именно вот сюда. Самые ближние лучи, прямые, через стекло. Они, наверное, еще усиливаются как-то. Вот сюда надо будет штору повесить. Ну, я думаю, сюда, но, может быть, и не обязательно. Может быть, вот эту часть так закрою. В общем, посмотрю, на что у меня хватит, когда прищепки возьму. Да. Мне писали про шторы полисцена. Я их еще не смотрела, что это такое, но я думаю, это что-то типа жалюзи, да? Что-то типа жалюзи, наверное. Я посмотрю, короче, но мне... Сегодня по-любому на прищепке вот сюда прицеплю шторы, а там посмотрим. Вот, я сейчас позанималась йогой, я надеюсь, вам меня слышно. Часть вам буквально поснимала. Неудачная была для именно вот сегодняшнего моего состояния и времени суток тренировка, потому что тренировка была, она называлась «После бега». А после бега считается, что у тебя тело уже такое разогретое, и ты можешь хорошенько потянуться. И там вот предлагалось хорошенько потянуться. А я с утра после 3 дней работы, я вообще деревянная абсолютно. И мне прям сложно далось. Но я делала в полсилы настолько, насколько могу, чтобы не повредить своим мышцам. Ну, своему мурочку мою. Вот. Сделала все. То есть первым делом у меня на самом деле еще там не прибрано ничего. Но стирка уже включена, посудомойка. Тоже и так далее. В общем, по возможности дела на самом деле очень много. Буду все делать. Я хотела, честно говоря, чтобы сегодня было пасмурно. Сейчас пока вышло солнышко, но может быть опять тучки найдут. Немножечко хочется в пасмурном дне побыть. Но сегодня у меня такое настроение. Кстати, грибочки соленые на ночь вообще не лучший вариант, опухшие. Ладно, я пошла мыть голову. Встретимся позже. Пока я ходила в магазин, цветок на солнце вообще загнулся. Короче, ну как, он оклемается, конечно, сейчас он постоит, и я его туда не поставлю, если там тенек не будет. В общем, сейчас покажу, что я купила, и потом займусь балконом. Значит, сметана. 2 перчика, хлеб, капуста, это я сейчас собираюсь сварить борщ, свекла и сливки, и яйца. Все, за это я заплатила 472 рубля. Сейчас покажу, что на Wildberries. Это у нас махровые полотенца. Это я взяла для рук в ванную. У нас немножко поистрепались. 3 штучки я заказывала недорогие.
три черных, чтобы пятен никаких не было. Ну, как они будут по впитываемости, пока не знаю. Марка вот какая-то лето, хом. Смотрим, а то у нас испортились уже несколько полотенец, нужно поменять. Так, дальше упаковка, сейчас разверну, покажу. Это я взяла полотенчики, маленькие салфетки для лица, чтобы протирать лицо, чтобы не тратить постоянно деньги на бумажные полотенца, а лучше на такие. Один день, допустим, одну в день использовать. Утром умылся, лицо протер, вечером умылся, лицо протер и в стирку. И вот таких, кстати, они такие плотненькие. Не знаю, как будут тоже впитываться, что это я. Их тут 5 штук. Вот в такой были упаковки, еще сверху замотаны. Сейчас это все, конечно, в стирку у меня отправится. Дальше я взяла, сначала увидела вот такие прищепки. Сначала хотела такими прицеплять, там шторы, посмотрим на балконе, не знаю, получится или нет. Вот такие вот они. Но еще прочитала, что их можно использовать еще и по-другому. Допустим, полотенце висит на крючке и все время падает. Тогда мы вот эту штучку на крючок, вот эту нацепляем, и полотенце само прищипываем, и оно уже держится, не падает. То есть для этих целей тоже. И еще одни большие садовые прищепки. Здесь получается 2 упаковки по 4 прищепки, вот такие огромные. Я, конечно, думала, что они слегка поменьше, но они вот такие. Ой, ну хорошо, наверное, как раз, да, садовые и дачные. Это для каких-то, видимо, технических целей, но и у меня тоже, в принципе, для технических. Ладно, пойду что-нибудь попробую сделать. На балконе в итоге я с балкона их все убрала. Я их поставила под душ. Все помыла. В общем, в себя приходит. Вот, не знаю, вам видно или нет, он поднялся. Лишился, правда, своей красоты. Вот этот цветок, денежное дерево, если вы вспомните, некоторое время назад он был у меня вот сейчас такой, весь пышный. Я, девочки, все пообрезала, потому что, ну, он слишком много места занимает. И мне очень неудобно было. В общем, я поставила сюда вот эти 2 больших. Другие в окно, на окно в ванную. Я такая сейчас вся, конечно, растрепанная. Я поспала. В общем, я сварила борщ. Я сначала вот этим позанималась всем на балконе. Сварила борщ, потом поела и легла спать. Вот, на балконе, значит. Я уж думала-думала, куда их вешать. В итоге вот у меня 2 шторы. Я сначала их вот сюда, конечно же, повешала. Но потом поняла, что вот когда я ходила в магазин, здесь был тенек. А цветы все равно поникли. Потому что тут просто очень жарко из-за того, что это закрыто. Ну, как бы... Вот здесь солнце, здесь просто очень сильно жарко. Вот сюда пришлось поставить эту полку, некуда ее ставить, в общем-то, пока. Можно как украшение здесь и оставить, только надо ей потом придумать какой-нибудь декор. А вообще, если даже декор к розетке подключать, то тогда ее, конечно, надо туда ставить. Там у нас розетка есть. Ну, в общем, пока пусть тут стоит. Поспала, кстати, 1,5 часа. Я прям специально... Я, помните, когда-то вам говорила, я где-то прочитала, узнала, что у нас фаза сна длится 1,5 часа. И если вы не можете проснуться, то есть у вас будильник звонит, вы его не слышите, вы не можете встать, то вам нужно сделать следующее. Поставить будильник сначала за 1,5 часа до того времени, когда вам надо проснуться. У вас будет прерванная фаза сна, и вам будет тяжело... Вам будет тяжело проснуться, потом вы уснете заново. То есть, ну, вы что-то услышите, но не сможете встать. Уснете заново, ваша фаза сна начнется заново, и через 1,5 часа она закончится, и вам будет легко проснуться. И я вот сейчас проснулась, мне действительно легко. 1,5 часа фаза сна прошла, мне легко, я проснулась. Ну, мне, конечно же, попила воды 5 минут, полежала, но не сравнить с тем состоянием, когда ты спишь, неизвестно сколько днем, потом вообще двигаться не можешь. И чаще всего так и происходит. В общем, сейчас покажу, что у меня здесь. Это, конечно, некрасиво, и я еще не знаю, как это выглядит с улицы. Если на улице будет выглядеть тихо, вот ты собака, то я оставлю. Если будет не очень, уберу. Ну, немножечко солнце сюда загораживает, это уже хорошо, даже на то же окно сам.
Вот так этот угол получается. В общем, ладно. Еще я убрала отсюда комод. Я хотела, думала, куда эти цветы, когда поняла, что на балконе их оставлять нельзя. Убрала отсюда комод, хотела их сюда поставить. Вроде нормально, но меня что-то раздражает. Это стало раздражать. Это слишком большое столпотворение растений. И я просто убрала комод. Вот сейчас после сна я уже привыкла, мне нормально. Сначала мне это сильно не понравилось. Но я думаю, ладно, я, наверное, привыкну. И вообще выбора нет. И два комода у меня стали вот сюда. У меня, как обычно, за один день, девочки. Так, вот это если убрать, то в целом вот так смотрится хорошо. Прям хорошо. Главное не захламлять эти столешницы. Вот это единственное, что мне некуда поставить кошачий лоток. Я пока ничего не придумала, пока стоит здесь. Вот эти полотенца, которые я покупала в фикс-прайс, бумажные. Они просто ужасны. Фамилия, комфорт. Я не знаю. Может, мне такие бракованные попали. Знаете, чем они ужасные? Они хорошие по своему качеству. Нормальные. Нормальные за свои деньги. Но они пахнут. Вот лично я чувствовала запах немытого тела от этих салфеток. То есть я вытираю ими лицо. И мне кажется, что я вот... как будто бы этими салфетками уже протерся бомж. А потом я после него протираюсь. Было ли у вас такое? Напишите. Но мне не хочется больше их покупать. Кстати, поэтому я и заказала эти, такие, которые нужно стирать. Я их уже постирала. А вот эти, кстати, черные полотенца, что-то не очень, видимо, хорошего качества. Видите, была одна стирка, и уже вот так вот нитка оторвалась. Я не знаю, как будет дальше. Я сейчас ее, конечно же, отрежу. Ну, вот, если видно вам. Я почему их вообще начала менять? У меня одно полотенце вот так тоже пошли нитки, короче, от стирок постоянных. И это после одной. Ну, пока на одном из трех. На одном. Не знаю, как будет дальше. Но вам показала. А так они симпатичные. Сейчас мы с вами будем пробовать чистить кроссовки вот этим средством. Salton. Активная пена для белой обуви. В общем, я его так расхваливаю на работе. Будем проверять. Кстати, немножечко о другом средстве для чистки белого тоже хочу сказать. Оно вот такое прям небольшое в спрее. Знаете, похоже немножечко как флакон от перекиси водорода. Но сверху такой дозатор, на который нажимать. Девушка приходила и очень его хвалила. Я название, к сожалению, не помню. У нас одна была баночка. Я ее продала быстренько и все. Она говорит, я им прям вот брызгаю. И грязь на глазах просто стекает. Это говорит, очень удобно. Ну, если его привезут, потом я его тоже куплю, попробую. Ну, надо же разные нам с вами средства попробовать. А пока вот это вот. Мои кроссовки взяла именно свои, потому что у Артема тоже есть. Но... Хотя что может пойти не так? Но решила со своих начать. Если все получится, завтра его почищу. Это средство, шнурки я вытащила, постираю. Значит, я прочитала инструкцию. Боже, что-то новенькое. Нужно распределить пену. И потереть хорошенечко щеткой. Именно для этого я достала щетку. А потом смыть водой, либо удалить мокрой тряпкой. Начинаем. Просто посмотрим, как она брызгается. Брызгается пеной. Я, наверное, сейчас губку возьму, распределю ее губкой. Взяла губку. Но она, кстати, не сильно куда-то убежала, эта пена. Сейчас. Давай вот так. И подошву она обещает чистить, и верх обуви. Поэтому я везде. И стены заодно почистить. Так, наверное, я оставлю чуть-чуть постоять. Ну, прям буквально пока на второй нанесу. Интересно, ткань почистит или нет? Потому что стельки она точно не чистит, люди говорили. Ну, стельки ткани, их сложно. Это все сейчас будем пробовать. И второй. Ну что, начинаю тереть щеткой. Вот в эту коробочку я сложила и одно поставила, чтобы
хорошо держалась для рук. Вот эти серые для лица, черные для рук. На окне у меня цветы вот так. И здесь я замочила. Потому что у меня какие-то пятна не отстирывающиеся. Кроссовки помыла, подсохнут, покажу. Несла вам показать вот такие капсулы, которые я покупала в фикс-прайсе. Они мне понравились. Господи, где будет лучше освещение? Вот так они выглядят. Господи, реально непонятно. Тут три цвета. В общем, малиновый, красный и голубенький. Они такие достаточно большие. Если у меня полная машинка белья, то я бросаю две. Если не полная, то одну капсулу. Мне понравилось, как отстирывает. Но у меня таких супер пятен иногда бывают. Если не слишком супер пятна, да, то тоже отстирывает. И вот они бывают разные варианты. Вот этот вариант отстираю в фиолетовой упаковке на 21 стирку, 21 капсула. Еще бывают, по-моему, для детского белья я видела, и еще какие-то для цветного. Но вот я их в следующий раз, когда я их уже попробовала, зашла еще раз в фикс-прайс, их уже не было. Я бы их еще купила. Там были гели какие-то, но я не хочу. Мне понравились эти капсулы, они растворяются. Я стираю не всегда в горячей воде, в 30 градусах чаще всего. Они растворяются, не оставляют вот этой вот пленочки никакой. И еще, кстати, если у вас вообще такие капсулы, как правильно использовать, их нужно положить в барабан на дно, а сверху уже класть белье. Тогда, когда вода начнет подниматься в машинку, то капсула начнет растворяться, и уже тогда не будет вот этой пленочки оставаться. А мы иногда делаем, просто закинем белье сверху капсулу, тогда она плохо может раствориться. Вот в таком варианте и вообще хорошо растворилась, мне понравились. Так, вот они, мои кроссовки. Я вообще хотела вам их показать, когда они высохнут. Потому что они, когда высыхают, становятся, получается, светлее. Но сейчас еще тканевая часть не высохла, но я все равно вижу, что даже она стала лучше. То есть хорошо сработал. Господи, это когда солнце тоже не очень хорошо, оно мешает. Кроссовки стали, в принципе, чистенькие. Подошва вот тоже почти отмылась, хотя плохо отмывалась. Подошва вообще идеальная. Вот эти части тканевые чуть похуже, конечно, но они подсохнут и будут все равно гораздо чище, чем старые, конечно, у меня кроссовки, уже все разваливаются. Сегодня я еще Артемины помою, но не буду их потом под водой, потому что у него обуви мало, ему надо в них сразу ходить. А у меня они, видите, сохнут еще. Сегодня жара будет, надеюсь, высохнут. Это вот красавица ловит солнечных зайчиков опять. Поставила сюда свой искусственный цветок. Уж с ним-то точно тут ничего не будет. Фу, на балконе просто ужасная парилка. Сюда заходишь, и запах даже как в сауне. У нас же здесь такая, фанерный пол. И, видимо, эта деревяшка тоже уже плавится от жары. Очень жарко. Но я вышла сюда, чтобы с вами поговорить. Я хочу вам показать. Помните, я рассказывала, конфеты нам привезли из Болгарии. Одни были мармеладки мятные. И я так хотела, чтобы они никому не понравились. Я съела их сама. Они никому не понравились. Я съела их сама. Они были такого маленького размера. Прям вот такие. Они были абсолютно не сладкие. Даже слегка горьковатые. Прям мята. Как будто бы ты ешь мяту. Никому не понравились. Я все съела сама. Но их много тоже съесть можно, но целую пачку, допустим, за раз не съешь. То есть я ее дня три, наверное, ела. Вот. И были вот эти конфеты. Еще был типа рахат лукум, это тоже съела я в основном. Но это то все ели. И вот сегодня я открыла вот такую вот конфеты. Леденцы с ароматом розы. Типа с розовым маслом. Я два сейчас уже съела. Обзор на конфеты. Они вот такие маленькие, и ты их кладешь в рот, и они действительно, ты чувствуешь, как будто бы ты ешь розу. Необычно. И они тоже тут то ли минимально. Девчонки, я вот не очень... Я вот так сделаю. Заскриньте, если нужно, и посмотрите, сколько тут сахара. Мне кажется, что тут тоже прям минимально сахара. Они не очень сладкие. То есть, минимум, что может быть, мне кажется. Вот так они выглядят. У них внутри ничего нет, никакой там начинки. То есть, это просто чистый леденец. Я стараюсь не есть леденцы. Но вот
сейчас я две штучки съела только из-за того, что они не сладкие, потому что последние как раз 2-3 дня мне не хочется почему-то конфет, мне хочется вот что-то в меру сладкого. То есть вот это в меру сладкое, те мятные были в меру сладкие, этот рахат лукум, он тоже в меру сладкий. И вот как-то я съедаю немножечко и наедаюсь. Господи, Нюша тоже сюда вышла, но тебе-то зачем здесь находиться? Ну, потому что я здесь. Фух, я сегодня позанималась тоже с утра йогой. Вот сегодня было такое занятие, в котором ты вообще не напрягаешься и почти все время лежишь. На самом деле, и мне бы как раз было бы хорошо, но кто же знал, поменять местами занятие мое вчерашнее, перенести на сегодня, а сегодняшнее на вчера было бы гораздо лучше. Я иду обычно по порядку, но вот и обычно мне везет, но в этот раз вот как-то так не повезло. Ну да ладно, все хорошо позанималась, значит, кроссовки Артемина я так и не помыла, сейчас время 4:30. Я на самом деле не сделала все, что у меня сегодня было запланировано. Мне еще нужно сходить в магазин, еще нужно что-то приготовить. Еще нужно мне карточки товара для Wildberries сделать. Ко мне приехали новые футболки из Китая. Но как приехали? Они как бы они приехали, они уже в Новосибирске у Тани, но я не знаю, когда я их у Тани смогу забрать. Но я вообще планировала сегодня карточки товара на них сделать. У меня камера чистая, интересно. Так что я еще вообще не все сделала. Просто нам пришлось ехать по другим делам, которые в срочном порядке нужно решить. И неизвестно, успеем мы все это сделать или нет, но будем пытаться. То есть на несколько дней вперед тоже эти дела. У меня еще работа, и я честно не знаю, как все успеть. Я еще в том числе из-за вот такого, что приходится делать вот так экстренно, и никто кроме меня сделать не может. И вот я еще из-за этого не хотела идти работать, потому что, ну реально, вот я не знаю, как я сейчас все сделаю. Вот я не знаю. Частично что-то это Сашины там, как бы такие дела, да, но что-то должна делать я, без меня это не сделается. Что-то она не может. По времени у нее не получается. Короче, я не знаю. Будем пытаться, не получится. Значит, не получится. Значит, я буду понимать, что мы сделали все возможное. В общем, она просто пытается еще в другую школу поступить. В такую блатную, так скажем. Вот. Так что, что я? Я сейчас поела. Я вчера же борщ варила. Вот сегодня мы бы тоже поели. Там еще Артему одна порция осталась. Наверное, я сейчас уберусь и пойду в магазин. Или сяду карточки товар. Короче, я не знаю. Я еще не решила. У меня все в голове уже. В общем, буду прощаться. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Встретимся с вами в следующем. Всем пока.